все еще у атлантов. Не дают бросить. Ну и в итоге Безделев, я так понимаю, будет исполнять штрафной бросок. Безделев против Андрея Сафонова. Если выкатится, убирай. Нет, бросай. Вот такие инструкции получил. Егор, ну, тоже кричат, не забей. Тут тоже Безделев. И шайба попадает в ворота в итоге. Вот это да. Вот.